Всем привет! Новое видео на канале Gadget Money. Сегодня мы в очередной раз поговорим о скидочках. Да, сейчас черная пятница, преддверие распродажи, будущие распродажи, 11.11. И многие магазины набирают обороты по скидкам. Давайте начинать. Поехали! Сегодня я хотел бы затронуть магазин Беру. Кто не знает, это маркетплейс от компании Яндекс в содружестве со Сбербанком. Ему наступил ровно год, как он начал свое существование, и сейчас там очень неплохие цены на наушники Apple AirPods 2 без беспроводного зарядного кейса. Очень хорошие цены на вновь вышедшую колонку Яндекс Станция Мини. Бывает иногда в течение нескольких часов меняется цена на iPhone XR, причем она падает до 38,5 тысяч рублей. Давайте по порядку, как все-таки добиться такой скидки. Во-первых, надо зарегистрировать новый аккаунт на Яндексе, это делов на 5-10 минут. Во-вторых, воспользоваться несколькими купонами. При регистрации нового аккаунта вы получите 500 рублей через покупку через приложение. На покупку через приложение. Это для новорегов, то есть только свежезарегистрированных аккаунтов. Далее есть скидка по промокоду, есть скидка еще по одному промокоду и скидка, если вы пользуетесь техникой, покупаете технику, есть купон Теле10, если не ошибаюсь, и беру один год, это скидка на все от 3 до 5%, более точно посмотрите именно какая цена получится у вас. Поэтому прямо сейчас, чтобы не потерять скидку, не потерять возможность, если вы задумывались о приобретении хороших качественных наушников за 8655 рублей, бегом по ссылке в описании, официальная гарантия 2 года, это супер предложение. Поэтому давайте не говорите потом, что скидки уже нет, потому что с Мегафоном была такая ситуация, что в ночь с 31 на 1 скидка на кэшбэк пропала. Ну и тех, кого не устраивает скидочка на наушники Apple AirPods, но хотел себе приобрести iPhone, давно об этом мечтал, сейчас очень интересное предложение, порядка 25 тысяч с половиной стоит iPhone 7 Plus. Да, вы скажете, это не новая модель телефона, но безусловно, это очень хорошая модель телефона. iPhone 7 Plus в черном цвете уже разобрали, есть в серебряном, золотом, в розовом золотом, если я не ошибаюсь. И бегом по ссылкам в описании с точно такими же условиями. Все промокоды, все ссылки, все полезные ресурсы я оставлю в описании под этим видео. А также первым комментарием постараюсь тоже к этому видео. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно ставьте лайк или дизлайк. Распространяйте это видео в своих социальных сетях. Делитесь им со своими друзьями. Обязательно пишите слово «Дональд Дак», если досмотрели до этого момента. Ну и у меня есть, что вам рассказать еще. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.